Третий раз уже играю. Часть первая. Между Сциллой и Харбидой. Долго храбрый Геракл сражался с многорукой Тетиты. Сила героя огромна. Сциллы размер ужасает. Дрогнуло озеро гладь, щупальце тихо возникло. Не видит Геракл, Харибдою Церберу тащен. Вновь появляется щупальце, оружие Сцилла хватает. Видно, Меаре придется спасением мужа заняться. Вот так вот. Короче, сады Мегары. Задача – полить саженец, освободить дорогу. Но скажу сразу, что музыку я отключил к чертовой матери, потому что прилеты от авторских прав. Вот. И в этот раз... Я, как говорится, по третьему разу играю. Тут на каждом уровне попадаются вот такие вот кусочки пазла. И вот Мегара должна поливать саженцы. Везде, я так понимаю. А наша задача открыть проход, да? Ну да. Починить мост и построить базу. Да, кстати, там мне эти подсказки отключить, что ли. Вот, форпост станет для работников вторым домом. Но это ж вроде как подсказка. Так вот... Перво-наперво кусочек пазла, а дальше пошли выполнять задачи. Подлодка. Постройте базу, чтобы работники эффективно работали вдалеке от дома. Thank you.
тут, чтобы получить, так сказать, приз достижения. После победы работник принес ресурс. После победы. Значит, что нужно? Нужно так сделать хитро. Нужно так. Раз, два, три. Ладно. Тут много всяких достижений. Я не буду за ними следить. По игре оно само будет выдавать нам. Так, выход там. Задача поправить указатель. Да, кстати. Вот она, пазлина. Так, маленькая лесопилка. Не хватает сколько? Два сыра. Видите, хватило. Сразу работник кинулся. Исправлять. Ладно, это я пока. Не буду ставить задачу. Вот сейчас третью поставлю. Эта задача будет первая. Камыш. Задача. Убрать оползень в количестве 4 штуки. Вот сразу вижу. Кусочек пазла. Так.
маленькая фирма производит оловку сыра каждый раз, когда заполняется индикатор. Соберите больше оловок сыра. Как птичка появляется, это значит, что задание принято, и работник бежит выполнять. Собрать 50 золотых монет и построить обелиск Деметры, чтобы ускорить ваших работников и героев. Используйте этот бонус при первой возможности. А я не хочу его использовать, допустим. Допустим. Что-то я за это получу в итоге. Так, сейчас у меня на первом месте стоит построить памятник. А я не буду бежать быстрее. Thank you.
А, 50 монет. Я же думаю, это елки. Думаю, что ж такое. Пять работников вызваны одновременно. Вот так. Получил достижение полководец. Дальше достижение. Милость Деметры. Вы собрали 100 ресурсов с обелиском Деметры. И ваш работник собрал ресурс после победы. Ловкач. И уровень пройден на золото без использования бонусов. Стратег. Зато, блин, часть пазла не найдена. Значит, переиграем. Вот часть пазла. Дальше. Переигрываем, да? Так, тут не хватает 6 золота, да? Хорошо. Для того, чтобы золото... Рудники надо золотоносные. Памятник Деметрия. Памятник уже поставлен. Осталось 50 монет насобирать.
5 частей пазла. Это хорошо. Настроить линзы и навести зеркало. 4 штуки. Теперь вы можете на некоторое время призывать дополнительного работника. Дорога перекрыта огромным кристаллом. Чтобы расплавить его, сначала направьте 4 зеркала, а потом линзу. Ну что ж. Во-первых, постараемся найти часть пазла. Вот. Ну а дальше по ходу сориентируемся. Вот они, линзы. Это к ним надо пробиваться. А еще есть саженцы. Первая линза заработала. Дополнительный работник. Вот стоит под номером 1. Задача выхода на центральную линзу. Thank you.
кристаллы. Задача разбить, короче, три кристалла. От этих кристаллов болит голова. Нужно уничтожить их как можно быстрее.